100 человек и более 85 общественных организаций, каждая со своим взглядом на то, как сделать город лучше. В Мурманске состоялось первое в этом году заседание общественного совета. Во встрече приняли участие глава администрации Андрей Сысоев и мэр города Дмитрий Филиппов. Общественный совет в Мурманске появился в 2012 году. Он объединил более 85 общественных организаций города с целью донести до власти мнения и проблемы рядовых горожан. Каждое заседание совета проходит в форме диалога и начинается с отчета главы администрации или мэра города о проделанной работе. Участники обсуждают наиболее острые темы, касающиеся жизни граждан Мурманска. Мы надеялись на это, и наши ожидания оправдались, что самые активные граждане с активной жизненной позицией, с хорошо сформированной жизненной позицией, которые знают проблемы города, которые руководят общественными организациями, в первую очередь, как коллективами мурманчан, конечно, их точка зрения вот при обсуждении самых важных, наболевших вопросов, она для нас очень важна. И поэтому вот та периодичность, что раз в квартал мы встречаемся с руководителями общественной организации, всегда несет очень большую пользу. Для избранного в прошлом году мэра Мурманска это заседание общественного совета первое. Дмитрию Филиппову предстоит только познакомиться с форматом подобных встреч. Однако к вопросам общественников он готов. Ведь сталкиваться с проблемами горожан в повседневной работе приходится регулярно. Вот сегодня, допустим, у меня поступило ко мне письмо, подписанное общественниками, о создании рыбного рынка на территории города. Знаете, что эта проблема насущная, уже давно она обсуждается в различных кругах. Как ее решать? Ну, пока нету решения. Но все прекрасно понимают, что такой рынок, в общем-то, нужен в портовом рыбном городе, столице и в рыбном крае, как это изначально и было. Вот сегодня хочу послушать как раз мнение, в каком виде хотят увидеть этот рынок. В целом, таким форматом взаимодействия с городскими властями общественники довольны и отмечают, что жизнь в городе заметно меняется к лучшему. В основном все пожелания представителей общественного совета городские власти учитывают, а проблемы стараются устранить практически сразу. Мы любим очень свой город. Я вот сегодня была на приеме у врача, и сидели женщины, которые говорили: я вот живу в городе очень долго и смотрю, как хорошеет наш город, а это очень приятно. На сегодняшнем заседании общественного совета городские главы не только рассказали об исполнении бюджета за 2016 год и результатах борьбы со снегом, но и поделились планами на будущее. На повестке дня оттепели, а значит, борьба с талой водой и подготовка к очередным ремонтам городских дорог.